Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и буквально за пару секунд я хочу вам сообщить вам следующую новость. Ну, первая новость заключается в том, что на продаже появился Action X в комплекте с ВЗХой, которую вы можете взять себе за 12 500 в составе комплектика. Комплектик довольно неплохой, свое мнение я уже высказал. Ну а на ВЗХу свежее видео уже выложил, вот ссылочка, переходите посмотрите. Ну и если вдруг интересно, то на ВЗН-122TM появится обзор буквально через час-другой. Что касается покупки по отдельности, то можете взять за 7,5, можете взять за 10 косарей в голом абсолютно состоянии. Но, ребят, не только эта новость. Новость в том, что вам, скорее всего, в ближайшее время, если вы сыграете один бой, выпадет вот такой вот мини-квестик. Крайне простой, крайне легкий в прохождении, но в то же время довольно-таки жирный по наградам. Вам необходимо за 5 дней сыграть всего лишь 25 боев. Да-да, вы не ослышались, просто сыграть. Не надо побеждать, не надо ничего делать. Просто играете на технике с 4 по 10 уровень и закрываете вот эту вот цепочечку. В конце цепочки вы получите аватарчик, захотите оставите, захотите обменяете. Аватар, кстати, довольно симпатично смотрится, вроде бы ничего уникального, но написано VG25, Wargaming Turns 25, и он принесет вам, пока будете проходить эту цепочечку, четверть ляма серебром, да, пускай не сильно много, но халява есть халява, 250 голды за 10 боев, по-моему, довольно-таки круто, и, ребят, 25 косарей свободки, это тоже, согласитесь, довольно-таки крутяково. А еще, ребят, на предпоследнем уровне вы получите целых 25 сертификатов X3, что я лично считаю довольно-таки жирными наградами за то, чтобы просто отыграть 25 боев, не обязательно победных. Вот такие вот новости, заходите на канал, подписывайтесь прямо сейчас, свежие новости всегда ждут вас у меня. Которые я снимаю, как только новости выходят. Всего вам хорошего, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.